Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Высоцкой Татьяны. Сегодня будем готовить. Сделали сухарики. Здесь два батона у меня. Такие миленькие они. Крупнее их не надо. Перекладываю. Начинаем делать наши заготовочки. Масло замерзло. Такие кусочки делаем. Масло останется, не беда, можно потом отварной картофель добавить. Да и везде оно с чесночком, с зеленью. Приступаем. Да, еще надо будет подготовить. Сейчас я сначала сформирую, потом подготовлю яйца. Смачиваем руку. Разделяем так котлетку по руке. Сейчас я сначала сливочное масло заложу. Так, приоткрываем. Сюда закладываем кусочек сливочного масла и закрываем. И закрываем. Вот вокруг вот этой котлетки мы будем делать. Размяли фарш вот так. Ложим нашу заготовочку и закрываем ее все. Смачиваем руки, чтобы фарш скользил по рукам. Такие заготовочки. Вот такая получается красота. Показываю еще. Распределяем фарш по ладошке. Берем с маслом котлетку, подготовленную нашу заготовочку, и обминаем . Так, котлетки мы сформировали, сухари приготовили. Сейчас дело за яйцами. Яйца взбиты. Начинаем. А что там включено? Работает. Следующий этап. Нашу заготовочку обмакиваем в яйце. Опускаем в сухари.
ножку саму, косточку оставляем открытой. На косточку мы будем папилотку одевать. Как делаются они, я покажу позже. Все. И перекладываем. Следующая пошла. Можно мелкие сухари панировочные взять. Но смотрите, чтобы не было с кукурузной муки. Потому что они себя не очень-то хорошо ведут. Лучше, конечно, самим приготовить сухари. А вот кукурузные почему-то тают, начинают прилипать. Пробуйте, творите, дерзайте. Приятного аппетита, наслаждайтесь. Это все очень вкусно. До встречи. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Отвечу на все вопросы.